Всем привет, ребят. Улыбнул Ник, конечно. Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Данила, и мы будем сегодня ролить. Будет ролик под коллекционера. Ник, конечно, улыбнул. Так, открыли здесь и на русском уже наконец-то скины. Точнее, хрустальный. Тут я говорю, хрустальный вообще уже заигрался в этот хрустальный сундук, шар. Награды, в принципе, я вам уже показывал. Ничего такого, скажем так, и печального, и хорошего там, как всегда, нет. Ну, кроме, наверное, скина. Можно собрать без донату. Судя по всему, это донатный аккаунт в виде таких героев. Доната не так уж и много, но герои. Не знаю, что мы сейчас тут будем ролить, конечно же. Так, ну Розалины вряд ли мы тут достанем. Нам нужен Plant Warrior, Командора и Лазуря. А не, еще Азурик нужен, Бугимен. То есть ничего такого сложного. Думаю, затащим. Так, он без гильдии. Реально, надо однозначно уже в гильдии быть давным-давно. Так, ну судя по всему, новенький вообще аккаунт. Не обкатанный. Так, что у него? Ну, посмотрите, ну... На русском сервере можно только о таком мечтать при таком донате, таких героев. Ну, no comments. Поехали посмотрим, что у него делается. Спасибо, удачи, Женя, только увидел. Так, Огник. Отлично, Махатма. Тыковка. Посмотрите на талантики, полюбуйтесь. Минимум доната и топовые таланты на героев, все что надо есть. Вот так вот римки. Я вот тоже задумываюсь, какого фига я начал раньше когда-то играть на русском сервере. Жизнь, боль. Так, окей. У нас сегодня коллекционер, вот такой вот коллекционер. Бочка Plant Warrior. Я у себя ролил, честно скажу, падала с этим новым роликом, реально фигня какая-то творится. Так, ну чё, поехали, будем пробовать, время позднее, надо затащить. Так, потерял его алтарь. Так, ну что, давайте 150 Werewolf, 450 creation. Ну, неплохо, неплохо. Варлок. Конечно, блин, интриги при таком брулинге. Стрелок и спирита, две девочки сразу так нам упали. Неплохо. Это уже радует. Давайте до 35. Ой, места нет. Но в любом случае ему надо будет расширять. Блин. Джуниор, ну давай, не подведи. Ой, жизнь, боль. Когда у тебя все практически есть, выбить недостающего так сложно. Ну, на его силе, его героя, это, конечно, нечто. Все, затащили. Красавчики. У меня еще старая сила. Так, окей. Поехали дальше. Будем пробовать. Ну, не знаю, я за то, чтобы вернули старый роллинг. Так, Гаргул чемпион. Ну, рыцарь в смысле. Валька. Ну, поздравляю. Вот он, недостающий твой герой. Еще один. Но надо нам по-любому выбить астральный химп. Ну, поздравляю. Его хотя бы затащили. Это уже радует. Это уже очень радует. Поехали дальше. Да, на такой силе иметь такие герои. Можно париться даже.
Поэтому, если вы хотите не заморачиваться, не знать печали в этой игре, добиться, и у вас есть возможность доната, welcome на английский, на китайский сервер. Тут этому рады. Так. Ну, еще один Асурик. Ну, чё, поздравляю. Это, конечно, весело. Два Асурика. У тебя КГшки, наверное, у него с ресурсами тут проблем тоже нет. В принципе, проблем нет. Я себе подумал о своем аккаунте и говорю, проблем нет. Конечно, есть проблемы у всех с ресурсами. Так, ну давайте. Надо нам еще одного недостающего. Так, отлично. Let's go. Fire Heroes. Тыква. Там за тыкву тоже что-то дают. Ронин. Ну, рандомчик. Джуниору надо лазуля. Не слушается. Так, хранитель, ну давай. Ну я буду слоты покупать, они в любом случае мне нужны будут. Ох, жесть боли, ребят. Ну самое главное, хотя бы два Асурика затащили. Хотя я не знаю, с его донатом, если он может, то в принципе он может это все и купить. Эти герои будут через пару дней штамповать полным ходом. Не знаю. Сердце наворачивается от таких роллингов. Печально. Я в коллекционере 12-15. Ну вообще печально. Ну, за стрелка 100 слизней получили. Ну, я что-то завтыкал. Ну, поздравляю. Это, конечно, хорошо. И за бочку ЗП-шки. Блин, ну, плантворение. Ну, зато два Асурика хотя бы есть. Хоть в чем-то мы выиграли. Такс. Он говорил, коробки есть у него. Давайте попробуем. На удачу. Бум. Ну, удача такая себе. Даже, наверное, я не знаю, кому у него пятерок, наверное, на героях тоже. Мы сюда поставим. Давай, каменка. Ну, такое. Сейчас посмотрим, что там по героям, кому каменечку можно приткнуть, присунуть, передвинуть каменного. Так. Стрелки есть, Бигфут. Бигфут, рогатка. Рину. Ну, одержимый поставим. Каменька в любом лучше. Случае лучше. Огненько. Так, ну я даже не знаю, оставлю ему огненку, пусть подумает. Я бы на Рину, наверное, поставил, либо на Бигфута. Оставлю выбор за ним, не буду дальше я ролить. Сейчас мы посмотрим, что у него делается. Пум-пум-пум-пум-пум. По героям, по прокачкам вообще. Так, Сурник на максималке, ну тут я думаю
многие герои на максималке. Дерево это непорядок. Это непорядок. Надо однозначно докачать. Я вот так сделаю. Сейчас заберу его награды. Дерево просто надо на максималке иметь. Тем более на таком аккаунте он его будет реально спасать. Конечно, Ронину зря качнул. Так, он на максималке. Десятка, десятка. Рогатка. Он такой зайдет, думает, блин, откуда ж столько этого? Силушки. А тут опа, у него слизни качнулись. Так, Атлант. Имка. На архидемона нужна. И череп нужен. Блин, да его тут многих надо качать. Я оставлю, наверное. Пусть сам уже определится, кому надо качнуть. В любом случае, 100 слизней. Даже для этого сервера с таким донатом это тоже... Ну, я не буду говорить там про отдельных персонажей, кого их там... Десятки тысяч. Не будем тыкать пальцами. И это, в принципе, хорошо. Давайте откроем сундучки, еще интересно посмотреть. Давайте тут откроем. Чик. 20 осколков. Ну, поздравляю, хоть начало уже есть. Так. На смотрителей, отличненько. В принципе, неплохо. Факт 2. Ууу, ребятушки. Посмотрите, сколько мы талантов ему вытащили, офигенных. Ну чё, поздравляю. Вот так вот. Уже сам пораставляешь, пооткрываешь. В общем, такой вот, ребятушки, ролик. Да, мы не выбили там либо героев, зато мы потрешивали по-другому. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.